происшествиям обычный будний день мог обернуться трагедией. Рабочий едва не погиб во время чистки кровли от снега на Ленина 86. Мужчина в спецодежде не мог удержаться на крыше и поскользнулся. Только чудом ему удалось ухватиться за провода. Физических сил хватило на то, чтобы провисеть до тех пор, пока подоспеет подмога. За спасением человека снизу наблюдали десятки горожан, которых всегда немало в центре города. Как отмечают очевидцы, страхующего троса у рабочего не было. Сейчас здоровью спасенного ничего не угрожает. Прокуратура Мурманской области организовала проверку соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при проведении этих работ.